Все, что вы слышали о монстрах, ночных кошмарах, все это правда. Ведь вы не верите в дьявола? Нежелание, желания могут исполниться. Нищий ты можешь найти. Не зови, ведь тебя могут услышать. Не думай, мысли материальны. Забудь, если не хочешь вернуться в прошлое. И никогда не смотри в бездну, если не хочешь, чтобы она начала всматриваться в тебя. Он приходил и рвал меня, как бумагу. Словно раскрывался цветок боли. И это такое наслаждение. Зажег огонь, проникнув в меня. Он это всегда делает. Мгновение, и он разжигает во мне огонь. Через сколько времени человек захлебнется и пойдет ко дну? Через сколько времени вода его сможет убить? Вы не представляете, как это тяжело, когда тебе никто не верит. Вы писательница, о чем пишете? О безумии, болезни, одержимости, но не о любви. По всей видимости, область мозга, отвечающая за эмоции, не делает разницы между правдой и вымыслом.